Уже известен состав сборной Украины на пятый этап Кубка мира, который пройдет в немецком Аберхофе. В мужскую сборную наконец-то возвращается наша эстафетная четверка в составе Дмитрия Бедручного, Артема Примы, Богдана Цимбала и Антона Дудченко. Эти биатлонисты пропускали четвертый этап в Анси, тренируясь на высоте в Италии. К ним присоединяется и Тарас Лысюк. Состав женской сборной тоже потерпел изменения. Начнем с того, что этап пропускает Елена Белосюк. А вот Валентина Семеренко возвращается к выступлениям на Кубке мира. Также на старт выйдут Юлия Джима и Дарья Блажко. Напомню, что именно эти две биатлонистки и Елена Белосюк уже отобрались на Олимпиаду в Пекине. Ольга Абрамова и Екатерина Бех также примут участие в гонках в Аберхофе.